Привет, друзья! Это вторая часть терраформирования всех карликовых известных планет в Солнечной системе. Кто смотрел первую часть, советую посмотреть. Кстати, первую часть терраформирования карликовых планет. Тот уже знает, о чем идет речь. Я буду показывать внешний вид, первоначальный внешний вид карликовых планет. И уже потом, что стало с терраформированными уже объектами. И вы увидите, у нас вот на орбите летает карликовая планета Хаомео. Вот такой внешний вид у ней. Так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Очень огромное время мне ушло, чтобы все эти объекты терраформировать. Тяжелый эксперимент, много времени. У нас, кстати, в первой части было терраформировано Церера, Орк, Ирида, Квавар. Вот такой внешний вид. А теперь у нас будет терраформированный Хаомео. А вот такой у нас терраформированный Хаомео. Смотрите, какой внешний вид. Огромное количество зелени, конечно же, присутствует вода. Растения, все прекрасно у нас, но тут на Хаомео. 606 километров Хаомео. Градусов 13, почти 14 градусов плюс по Цельсию. В той части я вам рассказывал, что период вращения будет земной период вращения 24 часа. Вокруг своей оси или сутки. Во всех будет карликовых планет такой период вращения. Состав у нас 23% с лишним железа. Силиката 76% с лишним. Вода, конечно, присутствует чуть-чуть побольше, чем на Земле. Водород у нас. Сходство с Землей 54%. Вероятность жизни по минималке 0,336% вероятность жизни. Вот такой у нас Хаомео. Кстати, можно снять облака, посмотреть без нее, без атмосферы. Вот так у нас. Вау. Красочно прям. Выглядит. Помните, как выглядел Хаомео? Есть, конечно же, сходство. Переходим к следующему объекту. А следующий у нас объект. Карликовая планета Макимаки. Вот такая у нас Макимаки сейчас. Минус 235 градусов по Цельсию. Вот такой у нас внешний вид Макимаки. А сейчас мы увидим терраформированный Макимаки. А вот так у нас выглядит терраформированный Макимаки. Немножко испаряется. Сложно очень было, он далеко находится. Очень сложно, видите, испарение. Частично тут сейчас газы уйдут лишние. Тяжело было очень терраформировать Макимаки. Тем более у нас Макимаки в радиусе 686 километров. Период, как я и говорил, у нас вращение. Состав такой же, ничего не меняется. Кроме только водорода. Водорода тут нету присутствия. Сходство 47,5% с земным сходством. Вероятность жизни по минималке. Вот такой у нас Макимаки. Мы можем атмосферу снять. Вот так прям. Вот так прям выглядеть будет Макимаки у нас. Вот так с атмосферой. Облака можем убрать. Вот так внешний вид без облаков. Вот такой у нас удивительный, интересный Макимаки. Тяжелый процесс терраформирования Макимаки. 20 градусов, да, у него держится. Чуть-чуть спад идет температуры, но стабилизируется со временем. И у нас следующий очередной объект будет очень интересный, терраформированный. Так что не пропустите, смотрите до конца, будет очень интересно в конце. Не забывайте про лайки, подписывайтесь, кто впервые. А следующая у нас карликовая планета Седна. Вот такая у нас удивительная Седна. Смотрите, какой внешний вид. А сейчас вы увидите терраформированную Седну. Вышло очень круто, интересно. В Солнечной системе мы находимся, все прекрасно. Вот, пожалуйста, далеко очень находится Седна у нас. Погнали к терраформированному Седну. А вот так у нас выглядит терраформированная Седна. Смотрите, как красочно, все прекрасно. Вообще отличается по сравнению с другими карликовыми планетами. Смотрите, какой внешний вид Седны. Поражающий просто. Невероятный внешний вид. Да, так что смотрите первую часть терраформирования карликовых планет. Там много тоже объектов было терраформировано. 15 градусов с небольшим по Цельсию плюс. Состав такой же, без изменений. Чуть-чуть есть разница в железе, в силикате. Но так в основном
незначительно. 48% небольшим сходство с Землей. Вероятность жизни по минималочке у нас тут все. Что вам показать? Пожалуйста, снимаем атмосферу. Вау, вообще красочно, да? Вот такая у нас Седна. Удивительная Седна. Тяжелый очень процесс. Можно вот так снять облака. Тут внешний вид, конечно, придает свое значение. Смотрите, огни города, видите? Огни какие. Присутствует жизнь. Все великолепно. Светимость солнца не доходит. Вот такой будет внешний вид у Седны. Города все живут. Все хорошо. Да, вот такая у нас вышла Седна. И это последний терраформированный объект. Карликовая планета. Так что поддержите лайками. Так что спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вон у нас Седна, вон Солнечная система. Все нормально. Пожалуйста, Орк с прошлого выпуска. Вот у нас терраформированный. Ну, кому интересно, переходите в первую часть и смотрите, а это была вторая часть. Всем, друзья, удачи, всем, друзья, здоровья, не болейте. Пока, друзья.